Всем привет! Хотите каждый год снимать с куста крыжовника по ведру крупных сладких ягод? Тогда не откладывайте до весны, а берите секатор и отправляйтесь в сад готовить свой крыжовник к будущему урожаю. Уже сейчас. Итак, первое, что нужно сделать после того, как вы убрали урожай ягод, это устроить генеральную уборку вашему кусту. Убираем все больные, усохшие, поломанные ветки, вырезая, если они усохли под основанием. Вырезаем верхушки побегов, сильно пораженные мучнистой росой. Инфекция в саду нам ни к чему. Все поломанные, все больные, усыхающие веточки тоже убираем из куста. Это очень старый куст, ему уже более 50 лет, и у него уже начинается постепенное угасание. Многие ветки усыхают, вот. Он стареет, очень мало восстановительной поросли. И такая вот прочистка сейчас может хорошо сказаться на его здоровье в дальнейшем. Здесь у нас еще вот усохшая веточка. Убираем. Еще убираем. Поломанные веточки обязательно убираем. Поломанные ветки. Потому что это все только портит жизнь крыжовнику. Такие ветки в первую очередь поражаются болезнями, поражаются вредителями, из-за чего куст еще больше угнетается. Итак, мы вырезали больные пораженные ветки, вырезали сухие. И следующее, что мы смотрим, за время роста у крыжовника многие ветви легли, опустились на землю, вот, и застыли в таком положении. Приподнимаем крону, удаляя нижние концы веток. Укорачиваем их. Либо, если ветка совсем легла на почву, ее поднять невозможно, мы ее можем удалить полностью. Итак, приподнимаем крону, обрезая поникшие ветки с переводом на веточку, которая идет вверх. Вот тут вот у нас такая веточка как раз и есть. Вот так. Еще сухая веточка у нас. Таким образом, когда мы приподнимаем крону, нам легче потом ухаживать за такими кустами. Есть доступ к нему снизу. Вот. Вот. Разделяем. Вот у нас еще сухая веточка. Ух. Дело в том, что такие вредители, как стекляница, они способны поражать и крыжовник. И наблюдать сухие ветки на крыжовнике в последнее время стало обычным делом. Но мы с вами не спим, мы с этими вредителями боремся. Вот. У нас иногда после уборки урожая все-таки где-то остаются больные ягоды, мелкие ягоды, которые мы не захотели собирать. Оставлять их на кустах не следует, ведь они часто поражены мучнистой росой, а это, опять же, источник инфекции на будущий год. Поэтому все оставшиеся ягоды, больные, здоровые, мы с куста убираем, стряхиваем, счесываем. Вот. Эти все остатки нам обязательно нужно собрать в отдельное ведро и утилизировать. Если это ветки, то, естественно, сжечь. Если вы ягоды собрали, больные ягоды отдельно, их можно отправить в компост, который, опять же, переслоить почву и пролить биопрепаратами на основе сенной палочки, чтобы никакая инфекция ни минуты не задерживалась у нас в компосте. Итак, прочищаем наш кустик, убираем все больное, ненужное, гнезда вредителей. Часто разного рода пилильщики внутри кроны устраивают свои гнезда из отмерзших листьев, из ягод. Это все мы снимаем в ведро и в костер. Меньше вредителей, лучше здоровье. После того, как мы прочистили куст сверху, приступаем к уборке снизу. Часто бывает так, что внутри куста за лето нарастает столько сорняков, что основание просто не видно. Сорняк – первейший конкурент у крыжовника за воду и за питание. Поверьте, уж кто-кто, а сныть, пырей и прочие сорняки прекрасно и очень быстро перехватывают воду. Поэтому беремся за прополку, убираем сорную растительность, рыхлим почву. Здесь вот у нас на почве, видите, сколько осыпалось ягод. Это все нужно либо перекопать аккуратненько, но при этом помнить, что у крыжовника корневая система подходит близко к поверхности почвы. И при
уходе за приствольным его кругом, нужно быть очень осторожными, чтобы эти корешки не повредить. Вычищаем наши кустарники от сорной растительности. После того, как вы провели генеральную уборку, убрали все ветки, пропололи приствольный круг, подрезали немножко крону, самое время заняться поением, кормлением и мульчированием вашего куста. За время роста для формирования урожая куст израсходовал очень много сил, и сейчас нужно их восполнить. В первую очередь кусту сейчас необходим калий и фосфор. Это может быть 1-2 стакана древесной печной золы на один кустик, либо сульфат калия, растворимое удобрение, лучше вносить тогда поливом, согласно инструкции, на один куст. Суперфосфат, если вы не вносили в прошлом году, внесите это сейчас. Обычно это удобрение хватает на 1-2 года. На такой куст понадобится не менее 2 столовых ложек. Ну а самый эффективный способ быстро пополнить запасы минеральных веществ, это, конечно, внекорневое внесение. Вы можете использовать любое водорастворимое комплексное удобрение с микроэлементами, желательно, с повышенным содержанием калия и фосфора и пониженным содержанием или полным отсутствием азота. Это поможет вашему крыжовнику быстро восстановить баланс питательных веществ, подготовиться к зиме, заложить хорошие почечные чешуи, древеснеть, хорошо перезимовать. И, конечно же, это полив. На такой вот куст крыжовника понадобится не менее 5 ведер воды. Его можно вносить в несколько приемов. Главное, чтобы корнеобитаемый горизонт вашего куста, это на глубину 15-20 см, был хорошо пропитан водой. Особенно это важно для тех, у кого почвы легкие и легко пересыхающие. И только после того, как вы полили, покормили свой куст, обязательно мульчируем приствольную полосу, либо приствольный круг. Для чего? Это поможет сохранить влагу в почве, это раз. Предохранит корневую систему сейчас, когда еще жарко, от перегревания, а зимой от вымерзания. Ну и, наконец, замульчировав приствольный круг торфом, компостом, подсушенной газонной травой, соломой, это все поможет сохранить влагу в почве, предохранит корни от перегревания сейчас, пока жарко, а зимой от переохлаждения и вымерзания. После того, как вы замульчировали круг любым из этих материалов, обязательно пролейте его биопрепаратами на основе метаризиума. Для чего? Во-первых, это поможет органике быстро разложиться, минерализоваться и восполнить питательные вещества в почве, раз. А во-вторых, оздоровить почву. Дело в том, что в ней, в этой почве, сейчас, скорее всего, ушли на зимовку многие из вредителей, которые повреждали куст. А метаризиум и баверия помогут справиться с этой проблемой. После того, как вы почистили, покормили, попоили и замульчировали куст, берем опрыскиватель. Нужно защитить наш куст от болезней, таких как мучнистая роса, антракноз, который вызывает вот преждевременный листопад. Видите, вот он сейчас повредил, листики начинают сыпаться. От вредителей, тех же тлей, листоверток различных, листогрызов. Дело в том, что без листа куст полноценно уйти на зимовку не сможет. Если он сейчас его потеряет, он ослабнет, несмотря на все ваши подкормки. Поэтому берем любой разрешенный в вашем регионе фунгицид, а лучше, конечно, топаз, инсектицид, допустим, детис, либо карате, и обрабатываем свой куст тщательнейшим образом. Все. До момента листопада ваш куст отдыхает. Все это время вам нужно будет только следить за дождями. Если у вас пойдут грозы, пойдут ливни, то все отлично. Если же погода в сентябре-октябре будет держаться засушливая, без дождей, вам понадобится еще один влагозарядковый полив для того, чтобы куст хорошо ушел в зимовку. На этом все. Выполняйте вот эти 3 нехитрые правила по уходу за крыжовником. И поверьте, он вас отблагодарит урожаем действительно крупных, вкусных, сочных ягод. А сам куст прослужит вам не менее 50 лет, вот как этот. С вами была Юлия Кондратенок. До свидания, до новых встреч на нашем канале.